По умолчанию Google Chrome предлагает вот здесь размещать всего лишь 10 ярлычков. А что делать, если их нужно больше? Хочу рассказать про расширение Google Chrome. Такое вот расширение можно загрузить из интернет-магазина Chrome. Называется Material Design New Tab. Вот это расширение. Нужно выбрать и установить. Ну вот оно устанавливается потихоньку. Ну вот и теперь, когда оно установлено, можно будет добавлять ярлычки. Как это сделать? Ну вот откроем нашу вкладку, вот эту Google. И вот, к сожалению, сначала все, что у нас было, этого не будет. Нажимаем на кнопочку «Добавить», например, «Канва». Копируем адрес, сюда вставляем, и у нас появляется ярлычок «Канвы». И теперь можно добавлять те, которые нам нужны. Ну и так далее. Единственное, к чему привыкнуть, что у нас вот все вот эти там Google Диск, Gmail, таблицы, там YouTube перейдут с правой стороны в левую сторону. Кроме того, здесь можно настроить внешний вид, то есть включить ночной режим, например. Ну и вот. Тут вот написано, что можно сделать, цвета поменять и так далее. Ну вот, надеюсь, было полезно. На этом спасибо.